Ребята, всем привет! В этом видео расскажу вам о новом событии, которое нам добавили сегодня в игру, где можно получить много бесплатных ништячков. Находится она во вкладке «Временные» и называется «Приключения воина». Состоит оно из 4 этапов, и если нажать на первый этап, тогда вы получите вот такой вот скин на шлем, абсолютно бесплатно, но, к сожалению, временно. Но на этом событие не заканчивается. Каждый день у нас будут миссии, которые нужно выполнять, и за них мы будем получать снова же награды. За сегодня нужно было зайти в игру и потратить 1000 бипишек. Давайте это сделаем. Заходим в магазин, открываем пару ящиков солдата и тратим эту 1000 бипишек. Первый ящик. И второй ящик. Выполнили. Возвращаемся обратно. Как я говорил, уже находится в вкладке «Временные». Открываем первый этап. И видим светящийся ящик. Нажимаем. Забираем награду. И так, я так понимаю, будет по нарастающей. То есть завтра награда будет лучше, как это у нас было относительно недавно в глобальной охоте. А завтра, допустим, вам нужно сыграть один классический матч в этом шлеме, да, ну, с этим скином имею в виду, и одну аркаду. Снова же забираете свою награду. На следующий день другие миссии. Заходите, выполняете и получаете свои награды. Как я уже говорил, состоит оно из 4 этапов. Следующий у нас будет со спартанцем. И я надеюсь, что нам дадут головной убор спартанца. Очень хотел в нем побегать. И событие актуально до 15 октября. И да, награды можно забрать, конечно же, с почты. Очень крутой шлем. Жаль, что он выдается на такое малое количество времени. Так что, ребят, не пропустите, обязательно заходите и забирайте свои награды, ставьте лайки, дизлайки, если видео не понравилось, пишите в комментариях, если видео было вам полезно, подписывайтесь. Ну а с вами был Дрим, всем топ-1!